20 ноября мир отмечает 35 лет со дня принятия Конвенции ООН о правах ребенка. Казахстан ратифицировал этот документ ровно 30 лет назад, что стало важным шагом на пути к улучшению жизни наших детей. О мерах, направленных на социальное и экономическое благополучие подрастающего поколения, речь шла сегодня в Мажилисе. Уже в следующем году в Казахстане готовы создать институт приемных профессиональных семей. Депутаты во втором чтении приняли поправки по вопросам образования и защиты прав ребенка. Закон определяет правовую основу деятельности приемных профессиональных семей, в которых дети смогут жить до полугода, пока органы опеки не решат их судьбу. На попечение они смогут брать не более 4 детей. Кроме того, детские сады теперь будут лицензировать в Казахстане. По инициативе депутатов с 1 января 2027 года данным законом определяется порядок лицензирования организаций, оказывающих услуги в сфере дошкольного воспитания и обучения. Кроме того, устанавливается уведомительный порядок о начале или прекращении деятельности для организации дополнительного образования. Вводится форма онлайн-обучения и принцип академической мобильности в организациях технического и профессионального обучения, а также механизмы оказания социальной помощи детям из категории социально уязвимых семей в школах.